Колина бабушка оказалась права. 12 июня 1481 года капитан зеленый профессор Селезнев и его дочь Алиса прилетели за ним в музей. Осторожно, астероиды очень опасны. Следуйте точно за мной. Конечно, уходите. Мне это было установлено. А где же сейчас капитан? Я не
меня дают самых удивительных животных. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, что мы вас? Я тоже не сберяю. Нет, мы летим на барабан. Пап, смотри-ка!
Внимание, внимание, у нас эпидемия. Помогите, кто может, помогите. Планета железяка, планета ископаемых нет. Воды нет, посетительных стены. Населена роботами. Планета железяка, планета ископаемых нет. Воды нет, посетительных стены. Населена роботами. Идите наверх, идите наверх. Там зеркало, ты, кино на
тоже. Смечайка! Остановитесь! Сначала я скажу несколько слов этим людям. Бандиты пронюхали, что мне известна формула абсолютного топлива. Бандиты передали сюда сигнал в СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна. Кончилось поискать. Считаю до трех. Один, два. Что, молчит? Сейчас заговори. Три. Остановитесь, я выхожу. Оставайтесь, вы окружены! А ну, покажи свое настоящее лицо, самозванец. Я буду жаловаться на директора музея. Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата. Молчи, весельчак! Ты виноват не меньше. Как ты нас нашел? Я был на Марсе, и вдруг прилетает мой друг, Верховцев. Я страшно беспокоилась. Кто-то пробрался в музей и хотел украсть мне имя капитана. А тут я не знаю, что ну, конечно, я тут же. Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку. Хулиган и невоспитанность. Почему? Он добрый и веселый. Очень просто. От Ушана, друга говоруна, мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы. Птица говорун отвечает за ум, за правильность, отвечает за ум, отвечает за правильность. Скажи, как открывается ловушка? Я знаю, что ты скажу, по-русски. Если ты не скажешь, нам скажет твой друг Глот. Пожалуйста. А где же толстяк? А, помогите, пожалуйста. Не
стреляйте в него, он разобьется! Впереди вас ждет еще одно небольшое мероприятие.